даже догонялки играть? Давайте. Давайте. Первое. Давайте я первая буду догонять. Ой, девочки, девочки, что там делали? Вот смотрим. Карина, доставай быстрее. Что это за листок? Давай я прочитаю. Так. Под яблони озеро тайну хранит. Его вода в бутылка с картой. Это, наверное, яблоня около нашего пруда. Да. Пошлите ко мне. Девочки, а вы что, карту нашли? Да. Часть карты? Ничего себе! Вау! Пошлите. Настоящая около карта. Это к озеру надо идти? Да. Да. Ну, пошлите. Девочки, там, наверное. А, да, точно. А вон и яблоня. Точно. Так. Ну что, девочки, вот в этой? Да. Здесь надо искать? Да. Ну что, надо как удочкой закидывать? Да, веревку. Ну, поехали. Девочки, что это за веревка? Карина, тяни. Вот это там именно будет. Давай, давай. Что тяни. Мы там вытянем? Что, может, сокровище уже вытянем? Может. Ну-ка, помогайте, девочки. О, что-то тянется, что-то тяжело тянется. Тяжело? Что мы вытянули, тапок? Ладно, давайте еще раз попробуем. Ну давайте, может, что-нибудь получше получится вытянуть. Давайте дальше пройдем, посмотрим. Что там, еще одна? Да. Ну давайте, может, уже клад вытянем, девочки. Тяжелая тянется. Что, тяжело? Девочки, точно клад. О, ничего. Упустили. Да, а так тяжело тянулось. Ну, девочки, надо еще искать. Да. Давайте еще пойдем поищем. Ну что ж, пойдемте дальше. Веревка еще одна. 100% клад. Уже третий раз. Ну давай, Варя, давай, может, ты хоть вытянешь. Может, у тебя счастливые руки. Тяжело? Что там? Опять тяжело, тяжело тянется. Да. Мне кажется, придется доставать пойти. Давай не будем, а то порвется еще клад. Да тяни. Тяни, тяни, тяни. О, бутылка! Бутылка? Вау! Ничего себе! А что там в бутылке? Давайте откроем ее. Давай, а давай что там лежит? Открывать. Не знаю. Карина, ты будешь доставать. Давай, доставай. Доставай. Что там? Ну-ка, давай. Что-то? Ну-ка, доставайте. Не достается? Нет. Так, давай я попробую. Ну, уже лучше. Так, стой, Саня. Да. Целая миссия у нас, девочки. Еще и бумажка не достается. Что ж там такое-то? Значит, странно. Можем пробовать? Подожди. Подожди. О! О, достается. Так. Сейчас такое появится. О! О! Потянулось. Потянулось. Тихо, аккуратно надо. Опа, так, давайте ну-ка, читать. Открывай, Карина. Так, смотрим. Что ж там написано? Странный пират от озера шел и в круглой пещере покой свой нашел. Ой-ой, это кусок следующей карты, да? Да, наверное. Смотрите. Нам что надо теперь, круглую пещеру искать? Да, наверное, так, смотрите, собирается. Да, точно, вот, это кусок карты. Я видела около того пиратский, места. Девочки. О май гад. Пиратский. Я видела около того места, где мы играли в догонялки, там была круглая пещера. Да? Давайте посмотрим. Побежали туда, девочки. Девочки, все за мной. Что, ты тапок потеряла? Давай, давай. Что там? Ой, я нашла. Что ты нашла? Давай. Ух ты.
Что там? Там послание. Кусок карты. Вау. Привет вам, нашедшим это письмо от Флинта. За мной погоня, мне пришлось спрятать свои сокровища, чтобы они не достались врагам. Ищите в заброшенном колодце. Ой, еще кусок карты. Это новая карта. Это опять кусок продолжения. И что тут напои написано? Напои журавля у колодца водой, и журавль поделится картой с тобой. Угу. Вон там журавли были. Да, точно. Вот там были журавли? Да. Точно. Может, их надо... Ну что, девочки, побежали к журавлям? Побежали. А, надо им водичку взять, девочки. Да, мы сейчас возьмем. Ну, давайте. Ребята, посмотрите, что мы нашли. Мы нашли уже большой половину куска карты. И вот такое письмо от Флинта. Это точно пиратские сокровища. Ну что ж, а мы продолжаем дальше наше путешествие. Вот он наш красавчик, которого надо напоить водой. Девочки, ну что, идете? Воду взяли? Девочки, как вы думаете, что ж мы найдем? Может, целый сундук сокровищ? Наверное, да. Ну, может быть, даже не знаю. Может быть, какой-то еще какой-то загад. Там же карта не до конца была. Ну да, еще карту мы не всю собрали, карту. Ну что, давайте будем его поить, этого красавца. А вы ему поставьте. Вы ему поставьте. Он придет и попьет водичку. Да, так, что там? Что там, кусок карты еще? Да. Давай Соня прочитает. В кладовку в доме ты пойди, и паука ты там найди. Говорят, глаза его во тьме, часть карты он отдаст тебе. Ух ты, угу. Девочки. Придется побороть страх паука найти. Пауков надо искать. Я так и боюсь. Я тоже, девочки, боюсь пауков. А ты? Я слабая. О, молодец! Значит, Карина пойдет к паукам. Ну, пошлите в кладовку. О, смотри, что есть. Где? Это, наверное, тоже какая-то подсказка. И иероглифы, смотрите. Это что такое? Что за бред? Ничего не понятно. Это, наверное, какая-то часть подсказки. Да, ну давайте сначала найдем подсказку в подвале, а потом разгадаем. Ну, пошлите. Пойдем в подвал, может? Пошли. Очень страшно. Давай фонарик подержу пока что. Держи. Вот так, держи вот так. Аккуратно. Дай мне в руки. Не надо, я подержу. Ладно. Ну, не там ничего не до конца. Ну, девочки, вам не страшно? Нет. Варя, может, ты сама? Главное, чтобы пауков не было. Очень страшно. Карина, а тебе как, страшно? Нет? Карина вообще ничего не боится. Ты смелая. Как же так? Теперь я залажу. Карина, ты следующая. Да. Так, Карина уже делает разминку. Карина разминается. Так, возьми эту бумажку, возьми и свети сюда. Так, Карина, иди сюда. Вот сюда, вот на ступеньку эту. Так, тихо. Ой-ой-ой, девочки. Так, девочки, давайте быстрее искать, и все. Вылазим, девочки. Тут очень страшно. По очереди. Я встану. Смотрите. Ужас. Ты храбрая девочка, да? Ага. А я боюсь. Такая, как у нас карта. Девочки. Это
Надо разгадать. А ну-ка покажите. Нужно разгадать какие-то иероглифы. Ну это тоже иероглифы. И вообще непонятно, что там. Вообще непонятно. Вообще. А! Это же подсказка. Слушайте, смотрите. Тут же эти ромбики и буквы на русском языке. Подходят, нужно, да? Да, перевести. Давайте переводить. Так, первое, итак, смотри. Так. Смотри, треугольник это. Это нужно поискать. Да, и да. Получилось. В пустыне две горы стоят, сокровища от всех хранят. Перед ними голову склони, сокровища теперь твои. Это уже конец, походу, карты. Угу. И куда ж нам надо идти? Наверное, давайте, наверное, в море. Давайте найдем. Мне кажется, что пустыня, две горы, да, две горы. А в пустыне много гор. И мне кажется, две но горы в пустыне нету воды. Да, ну. Да. Значит, надо искать клад в воде. Да, да. Точно, девочки, пошлите. Девочки, надо нырять в бассейн. Пошли, пошли. Там, наверное, будет сюрприз наш. Я буду. Варя, давай, ты первая. Ой, что-то есть. Да, и правда. А ну я что, буду нырять. Ну-ка его выкидывай на берег. Сейчас Соня еще, может, что-нибудь найдет. Один выкидывай. Выкидывай один на берег. Выкидывай один. Фу, ох, что-то да, нашли. Ну что там, есть что-нибудь? Ух ты! Ребята, смотрите, какой у нас склад. Да, смотрите, да. Это летучие змеи. Да. Давайте откроем. Давайте откроем. Давайте. Они, правда, наверное, мокрые, не смогут летать. А как мы их будем запускать, смотрите, в следующей серии. Итак, давайте откроем. Давайте. У вас будет так удобно. Смотрите, леска отдельно. Так. О, вон, такие красивые. Да. Давай второй. Ой, это еще что? Это чтобы он летал и его держать. Он летал. Угу. Так, смотрите. Теперь давай я пока что этот открою. А распакуй нам, Варя, разверни его, вот, покажи, какой он. Ребята, посмотрите, он какой большой. Он с ростом с Варей, еще и там висюльки у него. Ну, это вообще жесть. Вообще огромный-огромный, класс. Смотрите еще, какой этот вообще классный. Да. Мне этот хвост даже больше нравится. Вообще. Длинный такой. Все, ребята, и в следующей, ждите нашей следующей серии, мы будем запускать летучих змей. Ставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал. Если вам понравились змей, то нас пишите в комментариях. А в следующей серии мы покажем, как они запускаются. Да, да, Карина, а скажи, пожалуйста, какой тебе больше нравится? Вот этот или вот этот? Тот и тот. И тот и тот? Да. Ребята, а вы напишите в комментариях, какой вам больше змей нравится? Вот этот или вот этот? Пишите в комментариях. Всем пока!